Сегодня гуманитарную помощь оказывают волонтеры молодежного ресурсного центра Жамбылского района. Сельчане собрали все необходимое – продукты питания, медикаменты, перчатки и резиновые сапоги. Хотелось бы отметить, что очень быстро Жамбылский район, жители Жамбылского района, сельские округа отреагировали, стали привозить, оказывать помощь. Огромную благодарность выражаю акиму Жамбылского района, это Бектасову Азамату Бауржановичу, который тоже очень многим нам помог. И также неравнодушным людям, которые тоже помогали, приносили, помогали там, какую помощь, какая помощь нужна была. Они все это делали, реагировали прям быстро, не надо было кого-то просить. Участие в сборе продуктов принимали все неравнодушные жители, предприниматели района. Все приносили в сельские акиматы, потом отправляли в районный центр. За 2 дня собрали около 1 тонны продуктов. Акимы сельских округов тоже не остаются в стороне. Сегодня они вместе с добровольцами приехали в Петропавловск, чтобы помочь в укреплении дамб в пригородных селах. Всего собралось около 50 человек. Валерия Сиваш, Александр Янсен, МТРК.